Дай почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литцарева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Прекрасный подарок для любителей классического детектива. Новый перевод двух романов английской писательницы, филолога, драматурга и переводчика Дороти Лисейерс. Перевод, надо сказать, прекрасный. Теперь названия звучат так. 5 красных селедок, до этого 5 отвлекающих маневров и 9 погребальных ударов, до этого почерк убийцы, 9 ударов за упокой. Дороти Лисейерс интересна тем, что она одна из первых женщин, получившая в 1920 году степень магистра в Оксфорде. В России она известна прежде всего как создатель серийного детектива, 11 детективных романов и множество рассказов о сыщике-любителе лорде Питере Уимзи. В 1929 году она объединилась с Агатой Кристи, Гилбертом Китом Честертоном и Рональдом Ноксом, и они основали английский детективный клуб. Как-то, дорогие слушатели, мы об этом говорили. Сэрз была его секретарем, душой и активной участницей. А еще она писала религиозные радиопьесы. Это два абсолютно разных детектива и по методам расследования, и по стилистической манере, и по развитию конфликта. 5 красных селедок» – тягучий, дотошный, местами просто выворачивающий мозги детектив, требующий от читателя сверхсосредоточенности и внимания к фактам и мелочам. И по объему это аж 400 страниц. Местами, когда поиски велосипедов и исследование расписания поездов становится невыносимым, вдруг интерес читателя, благодаря мастерству писательницы, возвращается. Уимзи предстоит разобраться, кто из 5 художников убил 6-го. Верный слуга и друг лорда Питера, Бантер, вносит юмористическое настроение, пытаясь освоить шотландскую лексику и быт. Но лорд Питер Уимзи тоже может вызывать улыбку. Бантер, не злись, что я опоздал к ужину, мне попался восхитительный труп. Совсем другим, просто блистательным в английском понимании, можно назвать 9 погребальных ударов. Неторопливый, но какой-то плотный, неожиданный, с непредсказуемой развязкой. Когда умирал мужчина, в колокол звонили 9 раз. Вот и лорду Питеру Инзи и Бантеру, попавшим в аварию на заснеженной дороге, приходится искать помощи в церкви святого Павла. В церкви 8 колоколов, а погребальные удары издавал колокол Тейлор Паул. Копая могилу, в ней находят лишний свежий труп мужчины с обезображенным до неузнаваемости лицом и отрубленными кистями рук. Конечно, Питер Уимзи распутает это дело, очарует и падре, и всех прихожан, найдет новых друзей и продемонстрирует еще одно свое качество – умение звонить в колокола. Что ж, на то он и великий сыщик, этот аристократ, лорд Питер Уимзи, 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! «Дай почитать».